Сегодня маска для лица из куркумы, молока и меда. Нам понадобится куркума 1/2 чайной ложки, молоко 1 столовая ложка и меда 1 чайная ложка. Смешайте все ингредиенты, чтобы получилась однородная масса. Нанесите маску на лицо кисточкой, если вам так удобнее, или руками. Подержите на лице 10 минут и смойте. Чем же хороша эта маска? Маска улучшит цвет лица, смягчит кожу и сделает ее сияющей. Попробуйте такую маску и напишите в комментариях, как вам результат после нее. Делитесь в комментариях рецептами своих любимых масок. Будьте красивы и здоровы! С вами за кадром была Ева.